лихорадочное ощущение. Mm-hmm. Мандраж в руках, mm-hmm. ногах. Лето на исходе. Всем известно, что это самое благоприятное время попытать счастье в поимке речного дикого сазана. Что еще нового можно рассказать об этом дедовском способе ловли? Казалось бы, уже все пережевано тысячи раз, но как бы там ни было, и по сей день явно существует какая-то магия, позволяющая одним ловить, а другим сезонами напролет ждать поклевки достойного соперника. Особенности заключаются прежде всего в чем? Есть два вида груза. Так называемая биточка, или как ее назвать? Ну, само строение, конструкция макушатника позволяет бросить его достаточно далеко. Именно вот такой. Когда макуха прилипает к грузу, и она компактная, и за счет этого она летит далеко. Ну и, конечно же, пару слов о леске, крючках, удилище и катушке. Требование, чтобы она была крепкая, чтобы ты был уверен в том, что короб ее не порвет. Ну и, соответственно, крючки. Не карповые крючки. Это крючки, которые ловят как бы на данный момент любую рыбу. 65-62 года катушка. Еще знак качества. Да, она не убиваемая. Советская — это автомат Калашника. Наша снасть укомплектована. Правильная макуха заранее напилена. В общем, нет препятствий для начала рыбалки. У нас специальная петля, которая держит макуху. Разные способы ее изготовления. Ну, по мне, это самый удобный вариант, в связи с чем. Она легко разводится, легко стягивается. Вот стопорный узел не дает ей затянуться до конца. Карапятники, которые, ну, имеют об этом представление, знают, есть узлы, которые просто не растянешь. А если ты ловишь ночью, а это он щелк, и все. Затянули. Выставляем два крючка. Подходящее время, нужное место. Осталось дело за малым. Дождаться поклевки. Трудно снимать сутки напролет для фиксирования момента истины. Поэтому, нарываясь на критику, применил легкую хитрость постановочной съемки. Уж очень хочется показать, как выглядит поклевка в действительности. Мне ж надо, блядь, и снимать, и под саку тебе давать. Заводи. Ух, блядь, взяли, вот, блядь, сколько в нем? Ты его знает, сколько в нем, блядь. Ну, давай его сюда. Да, вот такие у нас водятся в Днепре пока еще. Да. Ну? К сожалению, не часто, но тем не менее. Хороший поросёнок. Жалуются рыбаки на то, что меньше стало сазана в Днепре. Но тем не менее, самые опытные пока еще могут подобрать ключик к этой редкой и очень красивой рыбе.